это не удары простые, это просто геноцид. Вот когда люди полностью, ну как сказать, все близкие умирают, там почти сколько, 500 людей умерли, там пару тысяч там раненые, бьют по дома. Люди убежали от бомбежки и прямо там по мосту били, и по улице били. Ну как это геноцид. Полностью название геноцида. А как по-другому? И сейчас бомбежка идет. Летают на очень низком уровне, понимают, что в Ливане нет ПВО, потому что нельзя иметь ПВО, потому что Израилю это будет как-то, американцы это все запрещают в нашем регионе. Ну, понятно, издеваются, геноцид. Люди в шоке, люди боятся с детьми. Огромная пробка, потому что весь народ хочет спасаться от бомбежки. Естественно, страшно всем, все хотят жить. Не то, что они били по каким-то военным объектам. Они очень видно перед всего мира, они бьют по жительным домам.